Мосту на новом рынке уже почти 70 лет, и на данный момент он находится в аварийном состоянии. Капитальный ремонт, на который планировали потратить почти 1,5 миллиарда рублей, перенесен на неопределенный срок. Напомню, дорогу здесь хотели расширить до 6 полос и создать зону для пешеходов. Весь процесс должен был занять не менее 2 лет. Для того, чтобы дать рабочим возможность избавить город от бутылочного горлышка, личные автомобили и автобусы должны были уйти с проспекта Ленина на проспект Калинина, трамваи на проспект Челюскинцев, а для троллейбусов планировали оставить лишь возможность разворота недалеко от торгового центра «Пионер». Несмотря на благозвучность предложения, это бы вынудило людей совершать пересадки. По статистике, мимо нового рынка проезжает почти 50% пассажиров электротранспорта. Однако причина переноса реконструкции в другом. Причина переноса только в финансировании, то есть даже не переноса, если деньги поступят в текущем году, допустим, или будут подтверждены в текущем году, то работа будет начата в следующем году, как и планировалось. То есть идет пока определение источника финансирования. В планах ведомства, помимо средств краевого бюджета, привлечь еще и федеральные источники финансирования. На данный момент ведется корректировка проектно-сметной документации, которая может продлиться до весны 2022 года. Однако, говорит Дмитрий Симоненко, двухгодичному ремонту быть, и это лишь вопрос времени. Но готовы ли барнаульцы несколько лет ждать открытия моста и мириться с неудобствами, мы спросили на улицах города. Мост не позволяет проехать всем автомобилям, которые нужно. Каждое утро пробка, постоянно здесь бутылочное горлышко. Не только реконструировать, но и расширять надо, я думаю. У нас же дополнительных маршруток, всего хватает. Сейчас с любой точки, с любого конца города уехать можно. Мне кажется, не сильно это отразится. Дело в том, что хочешь ты, не хочешь, все равно надо делать, чтобы пробок не было. И поэтому новый мост, конечно, необходим. Ну, есть же другие люди, у кого необходимость. У кого, допустим, кто вот именно здесь должен ехать, у него другого пути нет, тогда как ему выйти? Варианты обхода закрытого участка разрабатывали выпускники технического университета. Среди их предложений – создание нового автобусного маршрута и выделенные полосы для автобусов на проспекте Калинина. Однако пока что их наработки не были применены в документации. Тем временем состояние моста продолжает ухудшаться, но это не должно сказаться на стоимости реконструкции. На стоимость реконструкции путепроводов это никак не повлияет, потому что проектной документации предусмотрен полный снос существующих путепроводов, строительство новых. То есть состояние существующих путепроводов на это уже никак не влияет. После утверждения документации время ремонтных работ необходимо согласовать с РЖД, ведь под мостом продолжат ходить поезда и электрички. Именно это в ведомстве, помимо финансов, называют одной из основных причин столь длительной реконструкции. Остается верить, что этот 70-летний мост дедушка все же ее дождется. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.